С 11 по 17 апреля 2017 года по еврейскому календарю иудеи всего мира празднуют Песах, еврейскую Пасху. У этого праздника, естественно, большое количество отличий от нашей православной Пасхи. Например, праздник длится 7-8 дней. И вот это очень важное событие для всего еврейского народа, которое связано с нашей православной Пасхой лишь символически. И как отмечают Песах евреи, как они его отмечают непосредственно, проживающие на территории края, и об особенностях этого праздника нам расскажет наш гость Юрий Лившиц, председатель Совета Красноярска еврейского религиозного объединения. Юрий Самойлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Прежде всего хочу поздравить всех земляков края с прекрасным праздником свободы. Хаг Песах Самеах, веселого Песаха, который вот уже длится два дня. Сегодня уже третий день Песаха идет. И в этот день уже можно даже приходить в студию и поздравлять всех. До этого это делать нельзя было. Да. Mm-hmm. Есть определенные правила, по которым нельзя в праздник даже на машине ездить, ходить, даже на машине свет ездить. Включать. Да. Какие удивительные вещи. Да. Но, тем не менее, хочется сперва, давайте начнем с истории Начало. Праздника. Да. А какой факт исторический лежит в его основе? Ну, очень важный факт, который идет на протяжении всей жизни евреев, это день исхода евреев из египетского рабства. Это произошло примерно 3350 лет назад. Это день рождения еврейского народа. Это тогда, когда евреи обрели свободу, настоящую свободу. И с тех пор они никогда не были порабощены. Всегда оставались свободными людьми. И каждый год мы отмечаем этот праздник. Для нас это очень важно. И есть определенные обычаи, как его нужно исполнять этот праздник. Что можно кушать в этот праздник. Естественно, мы это делаем. Делаем по мере своих сил, по мере, значит, наших возможностей, и как положено это делать. Это как бы не государственный праздник, по сути, независимости? Ну, можно назвать действительно праздник независимости, праздник свободы. Или еще можно назвать день рождения еврейского народа. Mm-hmm. Именно в этот день, день исхода, когда евреи вышли из Египта, mm-hmm. и родился еврейский народ. Как мы знаем, что в Египет спустилась небольшая семья, Якова всего 70 человек. Вышли оттуда уже порядка 3 миллионов человек и получили на горе Синай Тору, наш основной закон, по которому мы живем до сих пор. И это мы и отмечаем в праздник Песах. Скажите, ну вот действительно праздник длится 7 дней. А почему именно такой промежуток времени, скажем? Ну, во-первых, об этом написано в Торе. Конкретно написано. Это правило, закон, который мы обязаны соблюдать. Праздник у вас будет, так написано, и не ешьте ничего заквашенного, чтобы не было у вас на столах. Кушайте горькую зелень и мацу. Вот, кстати, маца у нас здесь находится, горькую зелень, это марор, мы кушаем хрен, чтобы вспомнить память о горькой жизни в Египте. И хлеб бедности нашей – это маца, в котором ничего нет, только вода и мука. То есть евреи так быстро вышли из Египта, что хлеб не успел закваситься. И в Торе четко указано, что праздник должен быть у вас, значит, 7 дней. Но мы живем в диаспоре, у нас каждый праздник, каждый день праздника удваивается, поэтому у нас 8 дней праздника. Мы не живем в Израиле. В Израиле 7 дней. Почему такое название? Слово Песах. Слово Песах означает переход. Переход или обход. Господь сказал Моисею, всему Израилю, всему народу в Египте: возьмите ягненка, зарежьте его, возьмите кровь, помажьте косяки дверей своих, и я обойду, миную дома, которые помечены, сделаю переход, обход, значит, этих домов, а дома египтян, и всех поражу, значит, первенцев в этих домах. Угу. То есть Господь сделал переход. И, естественно, наш переход от рабства к свободе. Поэтому праздник так называется Песах. Праздник свободы, обход. Скажите, а можно ли в эту вот 7-8 дней работать? Можно выполнять определенные виды работы. Ну, прежде всего, нужно готовить еду, можно в этот день. В отличие от праздника субботы, от шаббата, когда нельзя готовить. В праздник Песах можно готовить еду на праздник. И другой работы никакой не делать. Так четко написано в Торе. Работы никакой не делать. Праздник это будет у вас. Вот у нас это праздник и есть, мы празднуем. Есть некоторые вещи, которые можно делать.
Можно, иногда отвечают так, что можно ехать на машине, можно нажимать на газ, а на тормоз нельзя. Можно прыгнуть с парашюта, но за кольцо дергать нельзя. Такая шутка, да. Поэтому ничего не делать. Да, да. Хорошо, а говоря о праздничном столе, какие-то будут особенности? Чем угощаться? Ну, во-первых, надо сказать о том, что весь событие этого праздника отмечается каждый год в первую ночь. Называется Лайла Седер, ночной седер, когда накрывается специальный стол, и на столе стоит специальная, значит, тарелка, которая, значит, называется киара, в которой размещены определенные продукты, которые нужно, значит, кушать в определенном порядке. Слово «седер» означает «порядок». Помните, «беседер»? Mm-hmm. Это порядок, который нужно обязательно соблюсти. Уже много сотен лет этот порядок соблюдается, и собирается весь народ, и обязательно за праздничным столом. Но нужно обязательно съесть то, что находится на этой киаре. Это яйцо, это, значит, хрен, это горькая зелень, это карпас, хазер. Это такие продукты, которые напоминают нам о той жизни, которая была в Египте. И обязательно должен быть рассказ. Рассказ или агада, сказание, который написан тоже много лет назад, который нужно обязательно прочитать. Для чего это делается? Прежде всего, исполняется заповедь «Расскажи сыну своему». Надо сказать, можно так сказать, что именно благодаря вот этому седеру еврейский народ выжил. Потому что из поколения в поколение передается, значит, традиция, передается рассказ при помощи этого рассказа о том, с тех событий, которые происходили. Вы знаете, даже вот в советское время, когда ассимиляция большая, значит, антирелигиозная, так сказать, были настроения, все равно в каждой семье обязательно на праздник Песах была маца. Бабушки пекли сами мацу или где-то заказывали, из-за границы приходило. Но маца, это пресный хлеб был всегда. Это то, что нас спасло, осталось у нас еврейского, в большинстве случаев, может быть, ничего больше не было. Но все помнят, что была маца и так далее. Вот какие же еще блюда? Прежде всего, надо сказать, что у евреев есть определенные законы питания. Это кашрут, кошерное питание. Но на Песах это особенное кошерное питание. Это написано «кошер ли Песах», кошерное на Песах. Прежде всего, надо сказать, что извините, значит, дом должен быть убран. Все квасное должно быть убрано. Нельзя кушать ничего, связанного с зерновыми. То есть ни хлеб мы не кушаем, ни каши никакие. Все зерновые убираются. Дом вычищается. Это называется уборка хамец. Хамец – это вот эта закваска, которая может быть заквашена с водой. И затем этот хамец ритуально сжигается. Его немного там, значит, делается такой костер, читается специальная молитва, определенные слова, и как бы сжигаем. И говорим, что нет у нас никакого хамец. Но есть еще небольшие хитрости, что все убрать невозможно. Тогда делается специальный обряд продажи хамец и продает ее, значит, не еврею. Это очень сложный процесс. Мы сами не умеем, даем доверенность главному брендеру России. Он умеет это делать. И он продает ее не еврею. Это действительно по-настоящему продает за деньги. Когда Песах кончится, он назад купит, и мы опять будем обладать этими вещами. Невероятно, да. На самом деле, количество особенностей, да. И традиций. Это праздник, это замечательно, что он есть. Спасибо большое, что пришли и рассказали нам о них. Я напомню, Юрий Лившиц, председатель Совета Красноярского еврейского религиозного объединения, у нас в гостях был. Ну и поздравляем вас еще раз. Спасибо большое.